Всем привет, это канал Мусалим. У нас в работе BMW, старенькое купе. Делаем шумку. Все надо отмывать, очищать. Состояние вот такое. Немножко шумки штатной есть. Вот так выглядит внутренняя полость. Процесс пошел. Укладывание шумки. Вот что у нас с другой стороны. Листочек положили шумки штатной. Что-то в те времена старые добрые делали. Так, вот у нас двери. Тоже кусочек такой нормальный лежит. Но все звенит все равно. Так, в салоне. В салоне все тоже вибруха проклеена штатной. Все здорово. Мы будем упаковывать. Будет тихо, берегите уши, друзья. Всем пока.